делаем. А то на концерте петь невозможно будет, решат, что мы чего-то такое рекламируем. Поэтому мы такую нейтральненькую сочинили рекламу. Почти что ни о чем. Натуральный кислород – это просто объедение. С ним так хочется любить, им так хочется дышать. Можно тратить кислород и дарить на день рождения, и в бутылочке хранить, если грамотно сжижать. Натуральный кислород – он вкуснее всего на свете. Он безвреднее, чем кефир, и полезнее конфет. Натуральный кислород нужен всем, кто на диете. В нем полстолечка жиров, а калорий вовсе нет. Прилив русские высоты, вологодские луга, новгородские болота и сибирская тайга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет, первоклассный кислород. Натуральный кислород сделан матой и природа. Это фирменный продукт, а не грубый суррогат. Натуральный кислород состоит из кислорода. Кто не верит, тем Минздрав выдает сертификат. Выдает сертификат, что они больны душевно и рассматривают жизнь как-то задом наперед. Что в таком вот, как у них, состоянии плачевном нужен свежий кислород. Ну почти как кислород. Гималайские высоты, уссурийская тайга, амазонские болота и альпийские луга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год выдается всем, кто хочет, первоклассный кислород. Покупайте кислород и не думайте превратно. Этот бизнес никому не приносит барышей. Покупайте кислород совершенно за бесплатно, за красивые глаза и улыбку до ушей. Покупайте кислород совершенно за бесплатно, за красивые глаза и улыбку до ушей. Хоть звездочки пришей. Поднебесные высоты, непролазная тайга, амазонские болота, васильковые луга. В тех местах и многих прочих через нос и через рот подается всем, кто хочет, первоклассный кислород.